Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас в обзоре японский кофе. Это Сис кофе, известный кофе, который делают в Японии. Здесь вы видите, он разного вкуса, то есть у нас есть шоколадный, ванильный, кофейный, усиленный кофейный вкус. Вот, как можете заметить, все написано по-японски. Стоимость такого пакетика у нас в России 120 рублей примерно, 100-120. Кофе довольно вкусный. Правда, вот видите, несколько грамм различаются, видно. Там шоколад добавляется, еще что-то там. Но сейчас мы его продегустируем и попробуем. Не знаю, что за каракули тут написано, вот эти вот японские. Если вы знаете язык, пишите в комментариях, что они означают. Вот вот. Но есть и по-английски, видите, написано. Латте. Это какой-то торт или что-то такое. Ну, а это капучино. Сегодня мы начнем с этого пакетика. У меня уже тут все подготовлено. Давайте сейчас мы все это заправим. На запах я вам скажу. Обалденный кофе. Вот видите, он светленький такой. Обалденно пахнет просто. Тщательно. Здесь отсутствуют консерванты, потому что японцы борются за здоровый образ жизни. Так, ну, заливаем. Вот у нас такой получается молочный кофе. Все, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Пока-пока.